Всем привет! И хочу показать фитолампу, которую мы сконструировали с мужем. Анечка, я отвечаю на твой комментарий под твоим видео. Сейчас я поближе встану на стульчик и покажу саму конструкцию. Вот как она выглядит. Вот на потолок. Конечно, это не совсем эстетично и красиво, но зато практично, удобно. И вот у нас такая вот конструкция. Если видно, потому что мне сейчас отсвечивает лампа. И, ой, не лампа, а свет дневной. Вот светодиодные лампы. Эти ленты мы покупали. Вот тут вот так все крепится. Проводочки. Они все заправлены вовнутрь. Вот в эту коробку. Вот она. Вот она. Вот эта коробочка. Идет сюда, потом выводится на вот этот вот стабилизатор, или как он называется, аккумулятор. И вот выходит провод на подключение туда вниз. Вот мы сделали такую вот из двух лент конструкцию. Тут размер вот этой вот ширины, вот этой вот, где-то 12-15 сантиметров. Очень мощная получилась и очень красивая. Действительно, она на весь подоконник практически освечивает. Сейчас я ее включу. Вот она. И сейчас отбегу на расстояние, чтобы немножечко посмотрела ты, как это все выглядит. Вот так она выглядит. Вот. И вечером, к сожалению, сейчас день не особо видно, но у нас полностью весь подоконник освещает все орхидеи до самого верха. Вот. Результат есть. Можешь раннее видео мои посмотреть, если будет интересно. Вот. Что действительно результат есть. Вот такая вот у нас красота. Вот. Подоконник, да, у нас шире, чем у тебя. Но это уже не страшно, потому что конструкция сама шириной идет 12 до 15 сантиметров. Сейчас врать не буду точно. И в ВК я тебе сейчас пришлю еще фото. Сейчас их найду где-нибудь там. И пришлю отдельно, как мы там их все конструировали. Чуть ли не почасово. Вот. Ну, в общем, вот такая вот конструкция. Вот. И на самом проводе внизу. Вот сейчас я переключусь немножко вниз. Вот мы сделали включатель и выключатель. Это очень удобно. Вот, к сожалению, у нас еще не поставлен таймер. Мы не разобрались еще, как это делать, чтобы она сама включалась вечером, когда светка. Утром не знаю, стоит это делать или нет, потому что дневной день сейчас идет на увеличение. И, по-моему, этого будет достаточно. Ну, в зимний период, да, конечно. Есть такие лампы, есть такие специальные приспособления на таймер подключают. И в дальнейшем они сами уже, как ты их настроишь, так они и включаются. Ну, в общем, думаю, так со стороны видно немножко. Да, ширина у нас, конечно, подоконника очень глубокая. Я сейчас даже не помню, сколько сантиметров. Где-то до 40, по-моему. Ну, то есть очень широкий. И сама видишь, какие конструкции мы приобрели. К сожалению, в твоем случае это не очень подходит. Вот. Но там тоже можно, если походить по магазинам, посмотреть в других городах, позаказывать, посмотреть их предложения. То есть там можно будет наверняка выбрать под узкие подоконники. Такие подставочки и конструкции. Есть еще, кстати, сейчас в интернете, если хорошо поискать, вышло ноу-хау, подвесные прикрепляются на откосики кармашками. Есть узкие, есть широкие. Кармашки в каком плане? Сама конструкция пластиковая до самого потолка. Идет стена, а от нее идут пластиковые вот так вот наискос, пластиковые вот такие вот вставочки, как кармашечки. И туда ставятся боком вот так орхидеи. Вот. Тоже надо поискать, посмотреть. Мне где-то муж в интернете находил. Я даже сейчас не вспомню эту ссылочку, чтобы найти. Ну, когда вспомню, может быть, в ВК тебе скину. Вот. Ну, в общем, вот такая вот красота.
Все, всем пока.